Всем привет, друзья, подписчики, зрители моего канала. Пришла с магазина, сделаю распаковку, что я купила. Так, хлеб белый. Хочу сегодня делать цезарь-салат. Для этого нам нужны сухарики. Вот, белый хлеб как раз для этого подойдет. Сухарики делаю сама в духовке. Картофан. Конфетки, как всегда, наши любимые. Ой. Бумажка. Грудка куриная. Майонез. Горшочек. Хочу фиалку посадить. Купила горшочек вот такой, простенький. 40 рублей стоит. Кола. Даш, можно я колу попью? Пить хочу. Да. Что-то я для ребенка покупала. Но очень хочется пить. Сейчас маленько выпью. Кола. Чинушки такие овсяные. Чинушки шоколадные. Помидорки. Это у нас салат пойдет. Семечки это мне. Сыр тоже в салат. Конфетки. Мандаринки еще взяла. Лимон. Так. Чупа-чупсики детям. И капуста пекинская. Зашла в магнит. Магните килограмм 249 рублей. Пошла там рядышком магазинчик маленький у нас, продуктовый. Килограмм 120 рублей. Два раза дешевле. Так что вот. С выгодной покупочкой не имею. Продолжение следует. Короче, у меня появился вот такой росток фиалки. Вот такой вот росточек. Я не знаю, какого он цвета. Белый, розовый или там фиолетовый. Не знаю, совершенно. Это будет сюрприз, если он пойдет. Сейчас хочу его посадить. У меня земля прошлогодняя. Немножко есть. Ее положу на дно. Вот. Даже с какими-то этими... Как их там... Штучками, короче, белыми. Специальная была земля. У меня тут помидор рос. Как они называются там? Вермикулит или как он называется? Я не знаю, короче. Хрень какая-то, короче. Так. Думаю, достаточно. И хороший почва-грунт. Ой, у меня на балконе лежал. Замерз, что ли? Не хочет сыпаться. Сейчас быстренько высадим. Посмотрим, пойдет или нет. Но обычно цветы у меня идут все. Сейчас. Идут все, кроме орхидей. За орхидеями я ухаживать не умею. Совершенно. Совершенно. Те, которые вот надо посадить и поливать там, они очень хорошо у меня идут, разрастаются и цветут. А орхидей нет. Не мой цветок. Так, вот. Так, попробуем. Попробуем. Высадить. Корешки тут наши. Сейчас добавим землицы. Еще сюда. Поверх. Thank you.
вишню. Ну, посмотрим, пойдет, пойдет, нет, нет. Как говорится. Что у нас получится? Из этого посмотрим. Еще маленечко землицы. Присыпем. Ну, вот пыль, земля летит. Руки помою, польем и готово. Вот так выглядит. Ну, дай бог, чтобы пошел цветочек наш. Буду рассказывать, как у него будут дела. Кстати, я хотела показать вам рассаду. Что с ней происходит, с моей рассадой. Ей уже... Сколько ей сейчас? Сейчас. Вот, вот, вот моя рассада. Огурчики, вот помидорчики мои. Огуречики. Тут один маленький что-то там полудохлый. Ну, ничего страшного. Вот. Семена еще есть, можно еще, если что, посадить. Вот такая вот рассадочка у меня. Сегодня у нас какое число? Угу. Ну да, ей уже почти 3 недели. Вот такая вот вымахала. Растет помаленечку.